Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В результате лобового столкновения автомобилей под Светлогорском погибли два человека. Оба... 56-летние пассажиры Land Rover, водитель которого пренебрег требованиями ПДД и совершая обгон на небезопасном участке дороги, столкнулся на встречной полосе с автомобилем Mercedes-Benz. На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия. Два пассажира автомобиля Лендровер погибли на месте происшествия. Также три пассажира автомобиля Лендровер и один пассажир автомобиля Mercedes были госпитализированы в больницу. Чутье не подвело. Обыкновенная проверка автомобилей сотрудниками ГАИ раскрыла незаконную перевозку 600 литров дизельного топлива. После досмотра машины и обнаружения емкости с содержимым, водитель пояснил, что приобрел топливо на АЗС два года назад. Но подтверждающих документов не нашлось. В отношении правонарушителя проводится проверка. Ему грозит до 100 базовых величин штрафа за перевозку более 100 литров топлива. В Доброжском районе при пожаре дачного дома пострадал пенсионер. До прибытия первых подразделений МЧС мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание, в результате чего получил ожоги рук и головы. Хозяин дачи госпитализирован. Наши работники благодаря грамотным действиям быстро потушили возгорание внутри дома и не допустили распространения пожара на весь дом. А прошлой ночью в Гомеле спасатели тушили сразу три автомобиля. Первым загорелся Рено Лагуна. Для его тушения и была вызвана бригада МЧС. Но затем огонь повредил стоявшие по соседству машины Toyota RAV4 и Opel Astra. Подразделениями были произведены необходимые действия по тушению пожара. Причина пожара устанавливается. Одна из предполагаемых версий – это поджог. Такого обзор происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. До свидания.